Пол Маккартни даст сегодня в столице единственный концерт, а знаменитая песня «Back in USSR» будет спета прямо на Красной площади. Это заветная мечта участника ливерпульской четверки. Впрочем, как и миллионов российских поклонников, которые ждали этой встречи не один десяток лет. Известно, что еще во время Московской Олимпиады в 80-м году с официальной просьбой о выступлении у стен Кремля сэр Пол обращался к Леониду Брежневу. И вот сегодня 50 тысяч счастливых обладателей билетов вживую услышат практически всю антологию ливерпульской четверки. 36 песен. Так много композиций «Битлз» в одном концерте еще никогда не исполнялось. Впечатляет и техническая сторона шоу. Для монтажа всех конструкций в Москву приехали 250 человек. Оборудование привезли на 20 грузовиках, в том числе и 8 огромных экранов. Сцена оснащена навесом, и это значит, что выступление состоится при любой погоде.